Всем привет, вот моя домашка номер 9. Делал все практически как на уроке, ничего такого нового нет. То есть два состояния, есть более разряженное, более напряженное. В каждом из состояний есть свои небольшие вариации. Например, вот в первой части здесь один бас, во второй части здесь практически то же самое, только меняется бас, он немножечко более подвижной становится. Во второй части добавляется еще лид, который как бы намекает на то, что стало тяжелее. Причем тут две вариации во втором состоянии. В первом состоянии лид, он однослойный такой, можно сказать. А во втором состоянии я утяжелил еще одним лидом, чтобы как бы было две вариации, и две вариации вот эти лида, они тоже разные. Тоже с помощью рандом степа воспроизводятся, то есть могут воспроизводиться, а могут не воспроизводиться. Ритм здесь тоже немножко другой уже, здесь шейкеры постоянно играют вместе с ритмом, поэтому движение, оно такое уже более явное. Потом exploration музыка. Здесь просто такой, скажем, луп. Но да, я тут ключи поставил, точки почаще, потому что из Exploration в Battle в любой момент может случиться переход, чтобы он был не затянутый. Я так посчитал нужнее. Здесь тоже такие вот рандом степы стоят. Такие хиты. И один из них это такой вот небольшой луп. Он на протяжении всего трека будет играть. Ну и сам, скажем так, трек такой вот. Здесь тоже такие текстуры есть, тоже рандом степы, может не играть вообще. Есть еще два транзишена в battle, в режим боя и в режим исследования. Вот, в режим battle. Такой вот, но тут есть еще сбивочки, они могут играть, могут не играть. Вот одна и та же сработала. И возвращение в Exploration. Специально оставил здесь такую паузу, чтобы разделить, как говорится, Battle от Exploration. Ну, этот момент может там что-то персонаж подымать там с другого персонажа, например. Как-то так. Ну что еще? Ну, можно продемонстрировать сейчас вот эти все параметры, как они работают здесь. Ну а теперь перейдем к самому проекту.